Вы на канале Чернов, меня зовут Денис, это значит, что сегодня я подготовил для вас очередной, но очень крутой пранк с подставными свиданиями. Да еще и не один, какой-то парень до меня тут докопался. Тебе что надо? Что тебе надо? Аккуратней со мной разговаривай. Короче, сейчас будет приходить чувак на свидание, а я буду мешать. Ты будешь мешать нам? Да. В смысле, блин? Такие клиенты, блин. Они что только, блин, мне не пообещали уже сделать, блин? Если что, не дай бог, если ты мне помешаешь. Если что, я найду тебе других. Ладно. Хорошо. Короче, ребятки, крайне смотрим ролик до конца. Подписываемся на канал. Ссылочка на Денчика будет в описании. И поджимберили. Ребятки, наша цель – вас развлекать. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Приветик. Че, пойдем посидим? Да. Ну, вон на скамейке, че? Пойдем. Че, где работаешь? В охране леса. Лес охраняешь? Да. С автоматом? Зачем? От кого? От браконьеров? Да, нет, чтобы костры не жгли, там, кстати, в рюмбу, короче, подаем. А, ничего себе. Чтобы деревья не перебили. И что там, много такого воровства? Ну, бывает. Прикольно, слушай. Прям бомжики прям расположились. Опа. В красном это моя бабушка. Мы его вчера снимали. Нет, не бабушка. Ты моя бабушка? Нет. Ага. На солнышке, видишь, их пригрело. В красном у него, знаешь, кого погоняло? Бабушка. Ты откуда знаешь? Так что, я же здесь живу, блин. Они здесь постоянно трутся то возле Дикси, то здесь вон. Но мне так говорили просто. Что, сейчас все в интернете работаю. Тебе интересно, могу рассказать, что? Ну, рассказывай. Да тут подписалась, короче, на телеграм-канал Одиссей называется. Они там, короче, дают бонусные ссылки. В этим бонусным ссылкам, короче, дают бонусы. Я тут вообще охренела, блин, за апрель 50 тысяч заработал на этих бонусах, блин. Если хочешь, я тоже могу ссылку дать. Угу. Ты-то не куришь? Курю. А-а-а. Сигареты? Сигареты-то не курю, я даже сейчас кальян не курю. Вон что-то на одноразке, блин, присела, блин. Да еще хуже. Да хуже, ну, конечно, я вообще осуждаю, блин. Че, какие предложения у тебя? Че ты хочешь? Нет никаких. Че, понравилось я тебе? Как говорят, с кивком пойдет. Да я шучу. Нифига себе. Так выражаются. А ты че, пивко пьешь? Не перевариваю. А че ты пьешь? Да все. Кроме пива. Я-то сейчас вообще не пью. Завязку конкретно. А все, решила, больше не буду пить полгода. Нафиг. И меньше тоже. И больше, и меньше тоже. Вообще не буду пить, нафиг, короче. Все. 4 дня уже не пью. Я не то чтобы загульная там какая-то. Ну, просто решила. А так я чисто пивко пила, как бы. Ты пиво пьешь. Я так люблю спать. Ну, в смысле, пиво посасывать. Знакомься. Гуляем, короче, вышли. Погода нормальная. Ты не считаешь меня доской-то? А то мне говорят, что я худенькая слишком. Ну? Смотри. Ой, не уровни только. Ух ты, как тебе тяжело. Ну, ноги-то не худые у меня. Я, видишь, бегаю. Я догоню тебя сейчас в сраку. Бегаешь еще? Да, икры, смотри, какие накачанные. Человек. Я-то? Да ну ты чё? Ты чё думаешь? Я раньше карате ещё занималась. Сейчас, правда, уже разучилась, блин. Ух ты! Вот, уже растяжки-то нету совсем. А ты чем занимался? Ну, спортом, может быть, занимался или чё? Занимался. Чё ты хоть? Ну, я не знаю, что-нибудь расскажи. Что? Ну, такое. Что тебя интересует? Такое что-нибудь плавающее, что ты? Плавающее. Что ты хочешь со мной сделать? Да, ничего не хочу делать. Почему должен что с тобой делать? Ой, так не знаю, блин. Все вы предлагаете только, блин. Че, кто слышит, блин, как про колпуни мы тут разговариваем, как будто бы. Ты что, предлагал? Ну, блин, все пишите, блин. Там знаешь, сколько мне пишут? Ой, ну я. Значит, я не все. Ну, не такой, как все, получается. Ты другой. Ты не пишешь всякой фигни, лапши. А че, тебе правда так понравилась шибка? А? Да.
Спасибо. Как говорят, с пивком пойдет. Да я шучу. Это так мило. Я сейчас расплачусь. Да шучу, я шучу, конечно, что, блин, шутница какая еще. Какая-никакая, но шутница, ну как бы да. Че у тебя сегодня? С выходной как бы или что? Нет, еще мне в ночь. Во сколько? Уже скоро пора обратно ехать. Да? Построение было, да. Кипиш подняли. Построение даже? Нифига себе. Люблю птичек кормить. И дать что-нибудь. Нечего им дать-то. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Конфеты есть, так сама лучше съем конфеты к тебе, но... Сейчас будет приходить чувак на свидание, а я буду мешать. Ты будешь мешать нам? Да. Куда побежал-то ты? Ребятки, кто хочет получить на халяву трешку? 3000 рублей. Просто бонус на карман, без каких-либо усилий и вложений. Проект Одиссей отыскал новые бонусные ссылки, по которым вы получите гарантированно 3000 рублей. С вас никаких вложений, никаких денег за вход. А наоборот, вам дают деньги, и никто ничем не рискует. Этот проект протестировало уже больше 1000 моих подписчиков, и эти люди не остались разочарованы результатом. Спасибо вам большое, это команда Одиссей. То, что вы помогли заработать мне без вложения хорошие деньги. До конца не верила, что вообще это все возможно, но это действительно работает. Хочу поблагодарить Одиссея, которые помогли мне без вложений заработать 5000 рублей. Поэтому всем рекомендую, не бойтесь, вступайте в ряды Одиссея, там очень классно, они обязательно вам помогут. Ребята молодцы. Расскажу вам, ребятки, о своем опыте. Мне дали трешку и инструкцию, как действовать на сайте. И через час я уже поставил на вывод 20-ку на своем аккаунте. Эта легкая 20-ка много кому пригодилась бы, тем более за такие легкие действия в своем телефоне, ничего не вкладывая и ничем не рискуете. Спасибо проекту Одиссей. Поднял там сегодня 20 тысяч. Спасибо Дэну за топовую рекламу. Буду работать, мужики. Вы теряете только свое время, но вы теряете его на заработок в своем телефоне, о котором мечтают многие люди. Не надо упускать свой шанс заработать легкие бабки, пока проект Одиссей бесплатный. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявные 3000 рублей. А мы продолжаем смотреть по Джунбелли. Так ты что, не можешь, что ли, нормально, блин, стоять обнимать меня или что? Нормально? Да не, Степ. Да нормально же, блин, можно сфотографироваться. Все, фоткайте. Как он больно бьет, а. Вместе давай сфоткаемся, да попроси. Ну, наверное, как лучше, скажи. Ну, как-нибудь, я не знаю, возьми меня как-нибудь целиком. Ну, приобнимись или что? Да ты нож нормальный, ты чё? Да я нормально прыгаю, блин, ну чё? Неудобно. Обнимешь? Одну несколько раз нажми, чтобы получилось, она... Ты не учи людей-то, ты чё? Да ты можешь меня обнять нормально? Как мужика обнимаешь? Нормально обними, блин, я руку ниже. Я просто не умею фотографироваться сейчас. Вы нажмите несколько раз, чтобы было. Ты можешь расслабиться хотя бы, улыбку немного включить, я не знаю. Я пока не могу, потому что вы руками перейти. Сумку дай нормально. Так ты что, блин, нормально, блин, сфоткаться не можешь, что ли? Обними меня просто и все, обними. Да перестаньте вот так. Ну, угомонись ты, блин, да. Обнять меня можешь, блин, угомонись. Ты что, не можешь, давай, что ли, меня поймать или что? Улыбайся. Блин, ты что делаешь-то, а? Нормально встань, че как? Так? Да. Вот так сфоткаться, ты что, блин? Давай. Да у нас есть такая фотография, блин. Один раз попросил тебя, блин, сфоткаться, блин, и ты не можешь, блин, сфоткаться со мной. Никуда смотрите. Я не буду никуда смотреть. Ну, фоткайте нормально. Можешь руку-то пониже сделать? Вот. А вторая-то что у тебя? В карман хоть засунь, я не знаю. И улыбку-то все, сделай. Я что, людей, что ли, зря просила или что? Спасибо. Спасибо. Дай посмотрим. Какой ты милый. Козлина, блин, вонючий. Давайте выясним теперь. Я вас, она бить не будет. У меня рука болит. А у меня плечо. Сфоткайте нас. А? Можно с вами сфоткать?
Спасибо. До свидания. Бежите, мы спешим. У нас нет времени на эту дичь. Брат, прости, пожалуйста. Узнала просто, она? Да, она меня показала пальцем, говорит, да, я тебе. Такая довольно милая парочка. Мама и дочь. Просто друг. И все. Гуляешь или что? Гуляю, да. А-а. А, все, чё, как, а как звать-то, как познакомиться? Сережа, познакомься, что? Ленчик. Чё ты, Серёж? Я мешал мне, да? Ну так что, общаемся просто, ну. Ты как-то изменился, а? Вообще. А? Кто? Да он изменился. Я изменился? Да не ты. А. Мы просто в армии были вместе как-то. А, он что, понятно. Чего ты, Серёжа? Да ладно, все, я понял. Чего? Спасибо, братан. Серёж, ты чего? Серёж. А ты чё, куда? Да мы вместе, правда, служили. Я на кухне просто служил, а ты чё? Серёж. Отстань его от меня, я чё представлю. А ты же сказал, что я тебе понравилась, ты чего? Денис, блин. Ладно, я не хотел мешать. Ну, конечно, он не хотел мешать, ты чё? Ты... Встал сразу, отошел. Да нормально. Я сразу понял, что... Да. Нормально, нормально. Он уже подозрил, подозрил. Подозрил, да? Ну, конечно, что по нему же видно, он сидел такой вообще. Как ты быстро его согнали? Я думал, мы с ним еще перетрем. Ты же видишь, он встал уже. Он уже встал. Видел. Когда я подошел, он уже встал, да. Ты чё? Привет. Здорово. А чё ты вот не купил? Опа, нифига какие люди. Дэн, привет. Привет, ты чё, где пропал? Ты где пропал? Вздрогнул аж. Привет, нифига у тебя синий костюм, Дэн. Здорово. Да здорово. Да чмок. Блин, ты что тут делаешь? Да гуляю, что, гуляю. Да, по-моему, повелись. Да? Да. А что, была реакция? Ты видел? Ты что тут делаешь? Да гуляю, что? А, капец. Алло. Да. Узнал? Чё-то нет, не узнал. Да Лена. А-а-а. Чё, Ата? Чё, ты приедешь или чё? Тебе вообще-то удобнее будет. Я уже готова, я хожу гуляю, блин, одна. Мне скучно. А-а-а. Ну, ты уже там гуляешь? Да. Приедешь? Ну, давай. Короче, через часик-полтора, да? Блин, давай раньше, чё? Давай. Пораньше приедешь? Хорошо. Да, да. Давай, выезжай уже быстрее, блин. Чё я тут одна хожу, блин? Да, да, давай. Ты же парень. В смысле, парень, ты чё? Паспорт. Паспорт? Да. Я не ношу с... Ты чё, при встрече у всех паспорт, что ли, спрашиваешь? Да нет, ничего, ладно, короче, да ничего, ты... Я чё сюда припёрлась-то? Куда ты пошёл-то? Жду уже хренову тучу, блин, времени. Доезжай уже быстрее, блин, чё я тут одна хожу, блин. Я чё, зря, что ли, сюда, блин, припёрлась или чё? Браток, держи я, держи я. Ты чё? Уводи, иди сюда. Давай я просто, ну, просто утром. Иди сюда. Да я не пойду. Давай, парень, я не пойду. Ты что, ненормальный, что ли? Влад, защити меня от этого маньяка какого-то, блин, придурка. Я сейчас вам обоим, блин, свертушки дам, поняли, нет? Вчера ты это делаешь, я тебе говорю. А я дам свертушки, блин, вообще. Чего ты пищишь здесь, а? Я просто видел, там еще один А я что, ты думаешь, я не достану, что ли? Я вообще-то с ним, блин, договорилась, на свидание, блин, пришла. Вообще, какой-то неадекватный. Ну да, что такого? Я сейчас вас анализами вообще, блин, назову. Какой-то неадекват за мной ходит. Как он сейчас спалил так? Да он сразу же выкупил меня. Сразу? А ты что смотришь-то? Ты еще скажи, что я тебе понравилась. А? Помогите, пожалуйста.
пожалуйста, меня какой-то тип преследует. Он какой-то маньяк. Вообще, похуй. Все в порядке, мужчина? Он меня преследует уже. Идите в Сбербанк, зайдите. А что там? Помогите, пожалуйста. Все, полиция выйдет? Подождите. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Алло. Давай. Полицию звонить? Да. Полюша, это съемка. Стараюсь просто... всех отсосать. Надо идти таких одиночек стоять, которые где-то. Это здесь при людях они понимают. Это твоя невеста будущая. Я хочу вас поженить. Да нихуя. Иди сюда. Невеста. Да подойди, подойди, братан. Не надо нам. Да надо тебе. Это твое, надо. Это твоя судьба. Иди сюда. Это нихуя не судьба. Это твоя судьба. Тебя как зовут, братан? Че ты сказал? Тебя как зовут? Че ты сказал? Ну занимался тэквондо. Его уже снимает. Я не один, меня знает толпа. Заходи на канал Пари на ура. Прокачай головой и запомни, Чернов, сука, это Чернов, сука, это Чернов.